Гомельская областная клиническая больница – самая великая у регионе шматпрофильная лечебно-профилактичная установа. До этого часу тут працавали 23 специализованные отделения для детей и дорослых. Теперь открылось еще одно – хирургия позвоночника. Этой подеи тут чекали давно. Ранее пациенту с травмами позвоночника приходилось везти у Минск, а этот час очень необходимый для вартования. Справа в том, что при травмах позвоночника высокие шансы выжить у людей, яким хирургичная допомога оказана максимально хутка. Еще один плюс Гомельской отделения, сучасное медицинское обсталевание и, как выник, применение самых передовых технологий. Выделились новые технологии, появились новые методики, совершенно другой подход к лечению повреждений позвоночника, совершенно другой подход к лечению заболеваний. У этом году на приобщение материально-техничной базы установ оховы здоровья Гомельской области накировано больше 200 миллиардов рублей. Практично десятая частка этих сродков укладена у створение и оснащение обсталеванием отделения хирургии позвоночника. До речи, о перспективе тут планируют заниматься экспортом послуг. Ничего аналогичного у ближайших регионах России и Украины нема, а тому есть подставы мерковать, что послуги отделения окажутся запотребованными и у наших соседей. Хоть першочерговая увага все ж таки жыхарам Беларуси, причем одночасово хирургическим вмешательством тут пропонуют еще и комплекс реабилитационных мероприятий. Люди, у которых есть проблемы с позвоночником, добро ведают, насколько это важно. И психологическая реабилитация, здесь и медицинская, и социальная, и физическая. Тут все элементы задействованы. То есть человек должен пройти определенный путь, чтобы или восстановиться полностью, или найти себя в новых условиях жизни. Олег Сентюров, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».